усердно-усердно готовимся, готовим цветы, готовим все, что у нас подходит по тендеру, все цветы у нас на подходе, все уже цветут. С 3 мая буквально начинаем озеленение, озеленение начинаем виолы, потому что она более холодостойкая, все другие цветы будем высаживать попозже. У нас 58 точек, где высадка идет, уже клумбы у нас уже копаются, где надо мы подсыпаем землей. Конечно, земля в городе очень-очень истощена, и нам приходится где-то добавлять землю, а где-то прям менять. И очень большая проблема у нас сейчас стала в том, что где сидят у нас луковицы тюльпанов прошлогодних подрядчиков, они все заражены. Нам надо полностью землю убрать и насыпать свою, которая будет у нас с перлитом, будет с удобрением, будет с песочком и в той дозировке, которую надо для цветов. Топиарные фигуры останутся, как были в прошлом году. Новых заявок у нас не было. Единственная новая заявка – это у нас появятся новые 20 дуг закупленные, которые планируется поставить на Октябрьском проспекте полностью на разделительной полосе. Дуги уже закуплены, чаша уже заполнена землей, уже сидит в них вся петунья, все цветочки. Две, я знаю, дуги хотят поставить, что никогда не было, памятника медсестры. Мы там хотим поставить.